Увидели с вороток Серхио Рамос и Пепе. Это пара центральных защитников. Четвертый, третий номера. Удар по воротам. Мяч проходит рядом со штангой. Тут запрягать долго Реал точно не будет. И с первой же минуты постарается Сасуну подавить. Справа Арбелова 17-й. Слева Марсело 12-й. В центре полузащиты Модрич 19-й. Гаррет Бейл. Гаррет Бейл чуть ближе к атаке. Модрич 19-й. И Асьера Лераменди 24-й. Гаррет Бейл справа в атаке 11-й. Слева. В любой момент даже на правах аренды до конца сезона. Но Марат как недавно читал, что если он уедет из Мадрида, то будет, что лучше сюда не вернется. Вот так вот. Роналду. Сбил игрока. Чехесе за симуляцию. Все, отменил свое решение Перес Монтеро. Вот так вот. После подсказки своего помощника, а на ближней бровке Хосе Матиас работает. Роналду, конечно, прекрасен вот в этом дриблинге. Нет, ну, здесь голкипер сыграл чисто в мяч и не успевает. Хотя успевал себе протолкнуть мяч вперед Хесе, но все-таки мне показалось, что в мяч сыграл. В мяч, конечно же, сначала сыграл Резгу, а затем уже просто некуда было деваться, и Хесе в него на скорости врывается. Так что я не понимаю, за что желтую карточку показывает Хесе, честно вам признаюсь. И действительно пенальти слева, пока Марсело остался один. Передача! Пас! Гол! Пусть и не с пенальти, но со штрафного, после которого фола, который совершил Оер Санхурхо, он получил в матче Сельты и выводит Реал вперед. Доволен Бензема, но здесь стоит отметить, конечно, подачу Модрича, ну и Бензема здорово перевесил в воздухе соперника, даже его чуть-чуть подтолкнув, это был Мигель Фланьо. Головой мяч аккуратно в нижний угол сбрасывает, Резгу уже бессилен чем-либо помочь своей команде. Здесь все было идеально.